Привет, друзья! Сегодня я расскажу вам, каким образом можно вывести свои реферальные и для чего нужна API-технология и каким образом ваш кошелек может быть подключен к облаку. Начну я с реферальных. Вот лично у нас на портале и ко мне в Skype задают вопросы, как будут выводиться реферальные. По умолчанию реферальные должны выводиться в течение 5 минут после того, как сделан вклад. Это последняя информация от разработчиков проекта. Соответственно, так оно и будет. Просто, как вы должны понимать, первый день из-за того, чтобы не было перезагрузки, то есть перегруза сервера, это правило не соблюдалось. И насколько я понимаю, вот сейчас 17:15 по Москве, 18:00 начнется вывод реферальных. Так что все ожидаем. В дальнейшем, еще раз напоминаю, как только ваш реферал положил вклад, вы получаете ваши реферальные в течение 5 минут после того, как вклад сделан. Причем со всей суммы, а не с 50%, которые попадают в облако. Хочу обратить на это ваше внимание. Второй момент – это все-таки что же такое я готов подключить API. Дело в том, что в этом проекте используется, на мой взгляд, революционная передовая технология, связанная с распределением средств. Она не была еще использована ни в одном хайпе. И смысл ее заключается в том, что после того, как вы ставите эту галочку, вам будет предложено пройти процедуру авторизации на PM сайте, на сайте Perfect Money. Каким образом это будет выглядеть, будет еще видео, но главное сейчас понять, как это будет работать. То есть это похоже чем-то на MMM, то есть там вы открывали карточку, здесь вы открываете кошелек, которым вы не имеете права пользоваться в каких-либо других целях, вы просто его открываете, даете ваше согласие, и дальше на этот кошелек закидываются средства, списываются средства практически без вашего ведома. То есть номинально вы в него зайти можете, вот, но никаких действий вы с ним производить не можете. Потому что тогда это будет нарушение правил хранения средств. Как только вы даете ваше согласие, ваш кошелек попадает в облако, становится его частичкой. И таким образом вы участвуете в хранении средств всего сообщества. Так что это отличная идея и всем, кто хочет в этом участвовать, это добровольное действие. Пожалуйста, ставьте ваши галки, и средства будут равномерно перераспределяться по этим кошелькам. Также хочу проговорить все-таки, во сколько начисляется 1% по времени. То есть 1% начисляется ровно через 24 часа плюс 5 минут. Просто раньше я это говорил про реферальные, но я уточнил это у разработчиков. Вот, и меня убедили в том, что это будет в течение 5 минут после того, как реферал положил свой вклад. А вот 1%, который вы выводите, вы будете его выводить, то есть вы будете его получать в автоматическом режиме ровно через 24 часа плюс 5 минут. Очень много вопросов, потому что люди не привыкли к тому, что все средства выводятся автоматически. Я думаю, что разработчики все-таки в какой-то момент сделают вывод вручную. Ну, возможно, да. Но на данном этапе люди, конечно же, не привыкли, поэтому столько вопросов. Просто вы должны понять, что все здесь происходит автоматически. Вот, нужно четко только зафиксировать сроки и правила. Я думаю, что в ближайшее время все это будет расписано. Все, готов был вам помочь. С приветом, до новых видео. Спасибо, пока.